Два человека пострадали в результате аварии на пересечении улиц Кулахметова и Фрунзе. Там столкнулись Nissan и Volkswagen Polo. По словам очевидцев, водитель Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Авария произошла через секунду. Травмы получили пассажиры предполагаемого виновника. Мнение обоих водителей в материале Натальи Мезиной. Я двигался оттуда, со стороны, получается, по улице Кулахметова. В прямом направлении на зеленый сигнал светофора. Водитель Nissan рассказал, что ехал по всем правилам дорожного движения, когда на перекрестке улицы Фрунзе и Кулахметова прямо перед ним появился Volkswagen Polo. Он не успел даже притормозить, не говоря о полной остановке. Через секунду Nissan влетел Volkswagen прямо в бок. Свидетелями аварии стали водители и пешеходы. Последним, к слову, просто повезло, что разбитая машина не оттолкнула в их сторону. Свидетель, вот девушка тут ходит, тоже ехал на зеленый светофор, она здесь пешеходов пропускал на переходе, а я просто в прямом направлении проехал. То есть, подождите, а пешеходов-то туда никто не отлетел? Ну, как бы, на пешеходов нормально нет, прошли, да, слава богу. Двум молодым людям, пассажирам Volkswagen Polo, понадобилась помощь медиков. Им ее оказали на месте, а госпитализация никому не потребовалась. Ехали по своим делам, и, получается, я досмотрелся, не видел, проморгал все это в момент, и вот произошла эта ситуация. Предполагаемый виновник аварии свою вину полностью признал.